А вы знаете, есть вещи, которые категорически нельзя терять, потому что, потеряв такие вещи, вы, к сожалению, можете привлечь в свою жизнь несчастье, беды и неприятности. Что же за это такие вещи? Во-первых, если запомните, если вы теряете перчатку или варежку, то в отношениях с вашей второй половинкой могут начаться неприятности, потому что перчатка – это парная вещь. Когда вы разрываете эту энергию, на место отсутствующей части может прийти негатив. Негатив. Далее, друзья, если вы потеряли пуговицу, к сожалению, пуговица принесет вам много мелких неприятностей. Вы станете объектом для сплетен, поэтому нужно на протяжении недели ни в коем случае не ввязываться ни в какие конфликты, чтобы не дать разрушить свою энергетику окружающим вас людям. А вот потеря головного убора приведет вас к разочарованиям. Вы не сможете добиться поставленной к цели, к тому, что шли на протяжении достаточно долгого времени. А если вы, не дай бог, потеряли ключи, знаете, вы привлекаете таким образом в свою жизнь финансовые проблемы. И с этого у вас начнутся финансовые проблемы. Как только будут появляться деньги, к сожалению, они будут снова и снова уходить от вас. Поэтому, если вот потерять свадебное кольцо, знаете, это очень плохо, ведь это ведет к разрыву отношений, так как кольца связаны между собой энергетически. Теряя одно кольцо, вы разрываете эту энергию. Ну а если вы потеряли зонтик, то знайте, что в ближайшее время вас могут преследовать какие-то неурядицы и какие-то проблемы. Поэтому лучше не затевайте ничего серьезного, чтобы потом не расстраиваться о том, что потерпели сами неудачу. А прямо сейчас, друзья, в комментариях напишите слово «изобилие», и тогда Вселенная пошлет вам огромный денежный поток. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!